Исследование ульяновского школьника признано одним из лучших открытий завершившегося учебного года. Воспитанник 11-го лицея изучал проблему снижения посевных площадей различных сельхозкультур из-за плохого качества семян. Изыскание принесло ему победу во всероссийском конкурсе. В микроскопе двудольное семя. Задача учеников – найти почку, корень и росток. Руководит процессом десятиклассник Никита Хохлов. Весь прошлый учебный год он занимался изучением семян гороха, как основной сельхозкультуры нашего региона. Это был всероссийский конкурс, конкурс юных исследователей окружающей среды «Открытие 2030». Я участвовал со своим проектом, который заключался в том, что мы исследовали семена растений. И проект назывался «Фитопатологическая экспертиза семян гороха». Собственно, исследовали горох, патогены, микроорганизмы. Цель – доказать или опровергнуть гипотезу о том, что семена, купленные в спецмагазинах, не подвержены заболеваниям. Результаты исследования теперь используют в своей работе агрономы. Никита празднует победу на всероссийском конкурсе номинации «Микробиология». Нашей стране нужны инженеры, нашей стране нужны экологи, ученые, химики, те, кто уже сегодня, точнее уже завтра, да, сможет представлять нашу страну, в том числе на международной арене, и принимать участие в различных сферах ее развития. Данное исследование в условиях импортозамещения, к сожалению, большое количество семян у нас все-таки мы получаем за границы, и вот именно работа непосредственно в образовательных организациях позволит нам подготовить специалистов, грамотных специалистов, которые могли бы восполнить отрасль именно по выращиванию семян на территории нашего с вами государства. Исследовательская работа – отдельный и обязательный предмет у старшеклассников лицея. Это не просто рефераты. Ученики выбирают область исследования, выдвигают гипотезу, доказывают или опровергают ее. Проектная деятельность, она развивает креативность, потому что очень часто к решению какой-либо одной задачи существует несколько способов решения. И таким образом ребята ищут способ, какой же лучше. Работу над исследованием семян ульяновский победитель всероссийского конкурса продолжит и в этом учебном году. Предмет изучения – влияние патогенных организмов на качество зерна при его использовании. В будущем же Никита планирует поступать в медицинский вуз. Юный исследователь мечтает стать хирургом. Гульнара Шарипова, Сергей Свешников, «Вести», Ульяновск.